Мне это очень нравится, потому что, не знаю, мне нравится заниматься спортом. Заняла 3-е место в чистом поле. Сегодня мы устроили праздник на базе нашей школы для воспитанников нашей спортивной школы с целью поздравить их с наступающим Новым годом, чтобы подарить им немножко радости, немножко счастья и отблагодарить их за то, что они весь год очень старались, выкладывались. У нас отделение гиревого спорта очень хорошо работает, очень много. Они выезжают на всероссийские турниры, на всероссийские чемпионаты. Боксеры у нас часто выезжают на всероссийские турниры. Футболисты наши очень активно развиваются, выступают за республику уже. Лыжники наши тоже участвуют пока, но тоже стремятся к результатам.